Всем привет, ребята, с вами Некрос, и сегодня мы сыграем в Temmie Encounter. Битва в лавке Temmie. Добро пожаловать в лавку Temmie. Так, что мы будем делать? Пытаемся убежать, но не можем. Да-да! Ой, что это? Хлопья? Это... Или нет? Мне нужно было вот так вот голову повернуть, чтобы прочитать. Пахнет бумагой для строительства. Какой-то бумагой, короче, пахнет. Пощадить. Это грубо просто взять и уходить, ничего не купив. Привет! Ну да, по-моему, это хлопья. Так, окей, тогда купим что-нибудь. Но у вас нет денег. Но Temmie нужно коллег. Ой, они самонаводиться стали, или мне кажется? Temmie читает книжку по квантовой физике. Вверх ногами. А, может быть, продать что-нибудь? Вы продали одну из ваших собак. Это собака? О! Что это? Это деньги? Это деньги. Так, может быть... Мускулами. Мускулы напрячь. Вы напрягаете мускулы и подмигиваете Temmie. Ты такой крутой, я должна сопротивляться твоей крутости. О, и все равно хлопья. Все равно падают хлопья. У Temmie на лице непонятно что. Так, еще тут можно оскорбить вроде бы. Вы сказали Temmie, что она всех... Она мошенница. Что ты только что сказать? Ой, вот это тоже посерьезнее. Temmie лование. У Temmie понизилась защита. Так, а можно тест-доги, акт? Вы сказали Temmie, что она ничего не сделает полезного в ее жизни. Ты делаешь ужасную ошибку. Лицо Temmie кажется... недовольным? Я уже была в колледже два раза. А в чем прикол? Зачем тогда тебе деньги опять нужны? Temmie размышляет о вашем уничтожении. Готовься. Ой-ой-ой, деньги. Слишком много денег. Золотая антилопа прям какая-то началась. Похоже, пахнет баскетбольным кортом в колледже. Колледжевым баскетбольным кортом. Я уже была в колледже. Воу-воу. Слушайте, хорошее место я нашел. Дуд-дуд-дуд-дуд-дуд-дуд-дуд. А еще какие-нибудь атаки будут, интересно? А, вот сейчас, может быть, купить что-то?
А, денег нет. А я ничего не продам. А, Тэмми использует шреддер, чтобы испортить книгу, разрезать книгу и потом кладет кусочки в сумку. Зачем? Зачем? Привет! О, она уже в другую сторону их кидает немножко. Хотя суть это не меняет. Какая-то опять ерунда с музыкой, но все вместе это звучит как-то странно. Погодите, там скелет? Или кто там? А, там, по-моему, рожица Тэмми на денюжках. Готовься. Как много хлопьев. Откуда столько хлопьев у нее? Тю-тю-тю-тю-тю. Вы победили. Хорошо, давайте-ка по-доброму попробуем. Продать. Вы продаете собаку. Окей. Мы продаем собаку и попробуем купить что-то. Вы купили немного хлопьев Тэмми. И они имеют странный вкус. Спасибо за покупку. Так. Тэмми на один шаг ближе к поступлению в колледж. А, я могу ее пощадить. Тоже вариант. Все, ребята, похоже, что мы игру прошли полностью и все в ней раскрыли. Ну что ж, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!